На сегодняшний день, почему мы взяли, скажем, вопросы социального неравенства? Дело не в том, что там кто-то богатый, кто-то бедный. Дело в том, что у нас социальное неравенство сложилось в силу того, что, перейдя к рынку, вот мы, взяв, ну, может быть, и положительные, и некоторые отрицательные моменты, переходя от общегосударственной собственности к рыночной экономике, мы не взяли одного. Мы не взяли вопросов оценки труда. И когда говорят, что производительность труда в России маленькая, то порой забывают, почему. Да, конечно, технологическое отставание по целому направлению оно есть. Но сегодня у нас очень низкий уровень оплаты труда. Российская Федерация подписалась под декларацию Организации Объединенных Наций, которая гласит и обязывает нас принять национальный закон, который партия вносила, но, к сожалению, это не было поддержано в Государственной Думе большинством депутатов, о введении минимальной почасовой оплаты труда. И в этой декларации нарисовано $3 минимум в час. То есть минимальная заработная плата в стране должна минимум 14 с лишним тысяч рублей. Посчитайте по сегодняшнему курсу, это минимальная. А дальше уже квалификация, стаж, специальность, образование и так далее. Во всех странах рыночных эти законы есть. Возьмем, скажем, соседнюю Финляндию. И конкретный пример, я люблю конкретные примеры приводить. Скажем, у электриков 11 евро в час. Посчитайте, сколько он получает. Это минимум. Дальше, строители. Вот кое-кто вот из сидящих здесь знает, у меня есть хороший друг с детства, Геннадий Павлович Сериков. Обыкновенный, как ему вместе начинали с столерами на Видельском производственном участке или промкомбинате в свое время, он всю жизнь проработал на стройках. 7 лет назад его там, или 9 лет назад, пригласили в Финляндию, концерн ЭКЕ Бертель Экенгрен. Вот он проработал там с Мишей Карповым, тоже строителем Оланецкой ПМК 369, 7 лет. И вот средняя зарплата чистыми на руку у столера за ту же работу, которую он делал в Оланце здесь и в России, он получал минимум 2000 евро, то есть 80 тысяч рублей. Вот это уже оплата труда, то есть на которую можно уже заправляться бензином за евро там с лишним. Вот, можно, конечно, покупать и мясо, которое по ценам сегодня у нас уже сравнялось. Ну, кто бывает в Финляндии, знаете, что у нас уже продукты питания, как в Финляндии, уже таких цен. Но у нас же таких заработных плат у рабочих нет. А почему нет? А потому что труд обесценен. И, конечно, вот это, говорят, где взять деньги? Мы предлагаем параллельно, причем не просто, давайте, вот мы такие хорошие, пушистые, наша партия. Мы предлагаем снизить налоги. Дальше. Когда мы вводим минимальную почасовую оплату труда, то и те, кто сегодня торгует на рынках, вот на этих, на уличных рынках, им обязаны будут платить минимальную оплату труда. И с них они будут платить налоги. Потому что вы сами прекрасно понимаете, что сегодня значительная масса людей в стране не платит налоги. Вот те, кто, мне их жалко, они стоят под дождем, под жарким солнцем, под снегом, на морозах торгуют. Это же тяжелейшая работа. Но они социально не защищены. А они потом, правда, будут просить и пенсию, они просят и требуют образования детям, они требуют, правильно делают, здравоохранения, но их работодатели им за них не платят ни в социальные фонды, никуда. Где взять еще деньги? Мы предлагаем, скажем, для социальной сферы, ну, чтобы преодолеть социальное неравенство, это сегодня вернуться к прогрессивной шкале оплаты налогов. Прогрессивная шкала, она во всем мире существует. Почему сегодня мэр в городе Сомалина, скажем, хороший мой приятель, он получает 6 тысяч евро в месяц, но 50%, 3 тысячи евро он платит в налоги. И он всегда гордится, что я содержу на эти деньги или двух учителей, или двух медицинских сестер. То есть это, а у нас даже социальный налог свыше 37 тысяч не платится, понимаете, но из дивидендов не платится ни копейки, никого налога, даже 13% налога нет с дивидендов, а в ряде фирм дивиденды колоссальные, то есть деньги есть. Следующая графа, мы говорим, давайте, уже это уже и коммунисты поддерживают, и поддерживают Яблоко, я знаю, вот, ну, наверное, дебаты вы смотрите иногда, вот, ряд партий поддержит, вернуть монополию государства наоборот, на и табака, прежде всего, производство и оборот табака, и алкогольной продукции. Ведь Россия, вернее, Советский Союз и Царская Россия получали свой бюджет от 30 до 40%. Сегодня мы получаем 3% доходов в наш бюджет. Вот деньги сегодня, пожалуйста, для лечения. Кто пьет больше, ну, приходится же лечить людей, не выбросишь никуда ты из страны. Вот, конечно, вот деньги, пожалуйста, на организацию бесплатного питания детей, как финны организовали. То есть, да на многие другие цели. То есть, деньги в государстве есть. Далее, мы предлагаем
в нашей программе это есть, и сейчас нас поддерживают другие партии, это заставить наших экспортеров вернуть свои счета, чтобы они были прозрачными, и с них можно было платить налоги в нашу Российскую Федерацию, а не держать в офшорных зонах. Оттуда, именно в офшорных зонах, даже сейчас ряд управляющих крупных компаний, которые занимаются вопросами ЖКХ, водоснабжения, они держат счета за рубежом, то есть в офшорных зонах, и скрывают свои прибыли. Оттуда идет подпитывание коррупции, оттуда идет все, что угодно, даже, ну, куда угодно, мы же не контролируем эти деньги. Не хотите, но отнимаем лицензии на правопользование. Есть у государства рычаги. Вчера, я не знаю, смотрели вы или нет, были дебаты между лидером правого дела и патриотов России. Вот, ну, национализировать, не национализировать, это вопрос такой. Я, например, не хочу сейчас его обсуждать и ставить. Но сегодня решение целого ряда проблем, которые назрели в нашем обществе, в области образования, здравоохранения. Ну, что такое здравоохранение сегодня? Вы же прекрасно знаете, ну возьмем Видлицу. Сколько лет я бился, чтобы вернуть сюда скорую помощь. Мы вместе собирались с вами в доме престарелых, многие из вас были, шумели, все, нам обещали. Вернули до выборов президента Медведева. Через два дня после, как выборы прошли, скорую забрали в Оланец. Вы помните тот дикий случай, когда нашли мужика, наверное, слышали, откуда-то из-под Петрозаводска, из Мельоративного, откуда, с этими почти потерянными ногами. Это пришлось Ивану Михайловичу Ильину ругаться уже, причем грубо ругаться, с главным врачом больницы, чтобы прислали скорую помощь и увезли человека. А его вместо этого отвезли в милицию. Я контролировал дело. На следующий день была сессия парламента, я поставил вопрос. Сейчас вроде разбирается там Минздрав, но не знаю, разберутся или нет. То есть вот сегодня, почему такое скотское отношение к людям? Сейчас в Беломорске голодали коммунальщики. То есть, ну хорошо, там врачи, больница помогали им там, они 8 или 9 дней, ну сейчас голодовку прекратили. Но почему они голодали? Я уж не буду говорить, почему, потому что их как просто отношение к людям такое, имущество передали от одной управляющей компании, а про людей забыли. Их как, ну просто как мусор выкинули на улицу без всяких прав трудовых. То есть, кто позволил это делать? Конституция не позволяет, законы не позволяют, а люди себе позволяют. Поэтому... А вот социальная защита граждан заключается не в том, чтобы подавать только пособие. Мы сегодня говорим, да, вот звание ветеран труда, ну, удалось нам в Конституционном суде отстоять. Единая Россия проголосовала там за, и остальные там не голосовали. Коммунисты против голосовали, ЛДПР против голосовала. Ну, а мы в Конституционный суд подали и выиграли это. Но почему вот люди цепляются за 700 рублей? Вот почему это оскорбило всех граждан? Да потому что сегодня... У нас низкая заработная плата, я возвращаюсь, с чего начал. Если бы сегодня получали учителя, как получают, как сейчас будут получать лейтенанты в армии, 50 тысяч рублей в месяц, наверное, никто бы из вас не сказал, что дайте нам эти 700 рублей. А если пенсию получали 25 тысяч рублей, у вас бы в голову не пришло просить какие-то социальные льготы. Да, инвалидам, немощным там, да, нужна какая-то помощь. Вот. А остальным не нужно было. Вопрос-то упирается не в то, что вот там, допустим, ведь унизительно просить подачки. А у нас идет торговля, 122 закон, другие законы, которые принимались. Медицина, возвращаясь к ней, квоты на жизнь. Наша партия категорически против. И, я считаю, большинство партий. Кто придумал? Голикова придумала? Нет, до Голикова было придумано еще теми министрами. А Голикова продолжает. Квота, на пробивать квоту сегодня, операция нужна, урологическая или на сердце, в Бакулевском центре, которую не делают. Нам приходится копилки делать, в газете обращаться к людям и просить, дайте денег на операцию, но ребенка спасти. Деньги дают, люди, и я иногда, ну, даю там, если увижу, обязательно даю деньги там. Вот. Но это государство обязано делать по Конституции. Почему Израиль, маленькое государство, ну, по территории, не имеющее ни нефти, ни газа, там, ни железной руды, ни алмазов, ничего, почему в Израиле ни одного объявления нет? Если даже операция стоит миллион долларов или евро, если она в Израиле не делается, государство полностью все оплачивает. И детям, и взрослым, кому угодно. И когда говорят про патриотизм, вот в школе мы говорим о том, что нужно воспитывать патриотов. Но ведь наши дети видят отношение к ним, раз, к их родителям, два, и к пенсионерам, дедушкам, бабушкам, и к инвалидам. И, конечно, какой патриотизм? Это является основой, вот я глубоко убежден, от того, что отмазываются от армии, зачем защищать то государство, которое тебя не защищает. То есть, понимаете, в этом же весь вопрос сегодня. А в Израиле и девчонки, и парни, никто не отмазывается, идут и служат. И дети профессоры, и дети хирургов, и дети ученых, и дети политиков. То же самое в Финляндии, дети губернаторов, дети министров идут и служат, потому что они видят защиту государства, что государство о них заботится. И в случае беды оно им поможет. Поэтому вот, я вам скажу откровенно, что
Я давно уже в политике, многие из вас знают. И мне сейчас, вот, ну, чисто говоря, пенсия у меня, ну, нормальная, там, меньше, правда, чем у жены, там, почему-то так получилось, что я получал всегда больше, она меньше, и старше у меня, в следующем году уже 50 лет, в августе должен быть трудовой, я с 15 лет пошел работать, но пенсия у меня 10 тысяч, там, 9 тысяч с копейками, у нее, там, 11 тысяч с лишним, вот, но у меня доплату еще к пенсии получаю, как бывший губернатор, я этого не скрываю, 20 с лишним тысяч рублей, ну, депутаты 19 получают, я 20 с лишним тысяч рублей получаю, мне вот так, в принципе, хватит. Но почему я иду? Да потому что я понимаю, что сейчас, вот, тот период в России не в том, чтобы завоевать власть, а в том, чтобы, вот, по нашему законодательному собранию или по Государственной Думе, чтобы действительно парламент был площадкой для дискуссий и для принятия коллективных решений. Когда я увидел плакаты огромные в Петрозаводске Владимира Владимировича Путина, я к нему с уважением, честно говоря, отношусь. Вот и с ним хорошо знаком, и вместе работали, вот когда я был управляющим делами исполкома Союза Беларуси и России, вот, и на Валаме он бывает. Значит, вот было написано, он там с карандашом, может, вы видели, там, вы нам нужны, вступайте в Народный фронт, а внизу присоединяйтесь. Ты нужен России, значит, записывайся в Народный фронт. Но я публично выступил и на телевидении Петрозаводской, вот на САМПО, и на съезде, на конференции нашей партийной организации, и на встречах с избирателями, что ведь человек, вот, уважаемый Владимир Владимирович, выдвинут кандидатом в президенты. Дмитрий Анатольевич является президентом. Как можно делить своих граждан? Ты же клянешься на Конституции, что ты обеспечишь права каждого гражданина. Значит, те, кто не вступил в Народный фронт, это не люди, что ли? Нам что, политическое убежище просить? В Финляндии, в Китае там, или куда нас примут? Или разделить Россию? Те, кто в Народном фронте, живут в европейской части, мы за Уралом. Что за подход? И я, честно говоря, вот когда повыступал, ну, выразил свою позицию честно и откровенно, убрали, сейчас заклеили все это в Петрозаводске, уже ни одного этого огромного плаката нет, вступайте в Народный фронт, тогда ты нужен России. Вот, то есть, понимаете, ну, абсурд сегодня. Ну, учителя, вы прекрасно понимаете, что, ну, есть теория абсурда, но они даже в них не вписаться. Вот поэтому я откровенно пошел, у нас по каждому округу выдвинуты кандидаты, сейчас заканчиваются встречи, сегодня у меня две встречи, я попросил, чтобы Иван Михайлович, чтобы встретиться с вами, и в Доме престарелых инвалидов встреча в 16 часов, если там кто-то соберется, я с удовольствием тоже, может, о других проблемах поговорю, вот, но я считаю, что сегодня мы в России должны и можем жить намного лучше. И сегодня нам нужно сегодня законы принимать, которые бы отвечали интересам людей. Ну, мне просто не шпионы, а те, кто у вас был тут на встречах, ну, с упреком сказали, Вик Николаевич, что вы там это, не ходите, вот была тут Лариса Жданова, наша коллега по ЗАГС собранию, сказала, что вы там не ходите на заседание комитета, срываете принятие закона о некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей. Ну, я вам просто должен сегодня в этом коллективе, и во всех коллективах я объясняю, где эта информация прошла. Первое, в апреле этого года фракция «Справедливая Россия» внесла законопроект о некоторых вопросах социальной поддержки граждан, имеющих детей. Причем в этом законе мы четко определили, что право на региональный материнский семейный капитал возникает при рождении, усыновлении ребенка, детей у следующих граждан, имеющих гражданство Российской Федерации, проживающих в Республике Карелия. Первое. Женщин, родивших, усыновивших второго ребенка, начиная с 1 января 2012 года и так далее. То есть четко все определено. Что написали? А через несколько месяцев, уже 30 июня, Андрей Витальевич вносит от правительства, ну, от него, от главы республики, тоже аналогичный законопроект. Но сейчас вы, учителя, послушайте, что написано в законопроекте. Вот. Кто считается многодетной семьей? Если поймете, ну, поймете, а может, не поймете. Вот в третьем параграфе, или в статье первой, говорится, для целей настоящего закона используются следующие понятия, двоеточие. Многодетная семья, тире, семья со среднедушевым совокупным доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Карелия на душу населения по соответствующей территории, имеющая в своем составе родителей трех и более несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательном учреждении по очной форме обучения. Это не многодетная семья. Это вообще какая-то, ну, вы знаете, ну, это трудно понять. Это лазейка сегодня для того, чтобы лишить вот этих 50 тысяч. У нас 100 тысяч,
Они 50 тысяч нарисовали. У нас четко. Родился второй ребенок с 1 января 2012 года, получай 100 тысяч. Третий, если не получали этот капитал, ну, вдобавок к российским деньгам, получай это. Зачем тень на плетень? Зачем? Я Ларисе сказал на сессии: Лариса, чего вы там ходите обманывать людей-то? Вам же верят, говорю, вы же, ну, как бы, вроде известный человек, были редактором этого самого, сейчас в правительстве работаете. Зачем врать-то? Зачем врать? Понимаете, конечно, вы заметили, ничего плохого ни про одну партию не сказал. То есть вам выбирать. 4 числа послезавтра, вы как в той песне про Рябинушку, там про двух парней, оба парни смелые, оба хороши, милая Рябинушка, сердце подскажи. И когда меня спрашивают, какой у вас прогноз там, сейчас идут эти подсчеты, все, я говорю, ребята, вы знаете, все зависит от погоды, от того, как звезды на небе будут. От того, что приснится ночью. То есть и по пути человек подойдет к урне, возьмет бюллетень, и бог знает чего. Лишь бы не было фальсификации итогов выборов. Вот этого мы боимся. Сейчас наши наблюдатели практически везде будут наблюдать. К сожалению, не приняли мой законопроект. Я предлагал законопроект, когда еще был председателем правительства Республики Карелия. Я предлагал ужесточить. Первое, ставить, как в Молдавии ставят или в Греции ставят, штамп в паспорте, голосовал или нет. Раз. Получил крепительный талон, штамп в паспорте, пришел голосовать, чтобы за тебя никто не проголосовал. Посмотрели, ага, есть штамп в паспорте, ты голосуешь, нет, значит, все, привет горячий. Тогда тебе наручники одели, увели, что ты пытаешься фальсифицировать выборы. И вторая уголовная ответственность для всех членов избирательной комиссии от 3 до 10 лет лишения свободы в случае фальсификации. Только два закона принять, и все, и отпадет, у нас будут честные, нормальные выборы. И не нужно будет никаких соглашений, ничего. Потому что, скажем, 5-6 членов избирательной комиссии, они будут друг другом следить только так, чтобы не попасться. Я думаю, самый лучший контроль. Поэтому на этом я заканчиваю. Если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Спасибо вам за терпение. Виктор Николаевич, вы не в курсе, вернут нам бледные руки? Что-что? Пояс Санкт-Петербург. Значит, я могу с вами доложить. Прошлую пятницу, ровно неделю назад, я был у первого вице-президента железных дорог Морозова Вадима Николаевича, бывший начальник Октябрьской железной дороги, до этого главный инженер. Хороший, у нас очень хороший товарищ с ним отношение. Как раз был по поездам этим на Южкозеро, на Лендеры и по этой Ладожской береговой. Но там подписали соглашение по тем поездам на год до Лендер, на 2 года до Нового Южкозера. Вот. А здесь они сняли, потому что убыточно. То есть, республика не собирается платить дотации. Есть проблемы от Беломорска отставить, от Кемида Сегежи, и вернее, до Медгоры, там электричка тоже изменили расписание. Есть здесь, под Петрозаводском, в сторону Кондопоги, в сторону, вчера был поселке Пай, там тоже люди жаловались, что удобно было, когда электричка ходила, в больницу поехать в Петрозавод, сейчас вообще добираться, там вообще дорога, у нас хоть дорога здесь нормальная, там 16 километров, как до Больших гор у нас такая дорога, и дальше там вообще вот такие повороты, но был, знаете, какая там дорога. Вот. Вопрос, я думаю, сейчас, он не решен, и обещаний никаких не дали, но я думаю, что вот новый парламент, и, думаю, потребует от правительства, от всех, чтобы этот поезд вернуть. Потому что питкаранцы очень просят этого поезда. Вот. Мы предлагали, лично я предлагал уже, тому самому Морозову, и Степов знает об этом, чтобы вместо этих двух вагонов, они неудобнее, дорого. Но вы же ездили, я тоже ездил этим поездом. Садишься, машинист тепловоза, зам, помощник его, в каждом вагоне по 2 проводника по системе безопасности нужно, 2 вагона, итого 6 человек. А бывает, в одном вагоне 3 человека едет на неделю, а в другом вагоне 2 человека. Конечно, убытки колоссальные. Вот. И, конечно, проще всего это пустить рельсовые автобусы. В Псковской области сейчас они работают, 8 штук. Вот. Вопрос я поставил, будем еще ставить вопрос. Будем ставить вопрос независимо, изберут нас, не изберут. Этот вопрос будем ставить, чтобы был рельсовый автобус. Во-первых, там 2 человека, не надо уже проводников никого. И он более мобильный, может двигаться с большей скоростью. И, скажем, до Питкаранта, если не до Енисеяра, он может спокойно бегать. И удобно будет, скажем, к нашему московскому поезду подбегать. То есть он пару раз в сутки может пробежать. Они предлагают нам на что? Перейти на автобусы. Вот, то есть, я знаю. Но автобус, мне обещали, что автобус по просьбе этого требования питкаранцев, он будет, возвращен. Хотя дорогу сейчас, вы знаете, там сделали от Питкаранта и до сюда, сейчас нормальный кусок. Слава Богу, 5 лет бились, добились этого. Еще какие вопросы? Нет вопросов? Остается пожелать хорошего вам отдыха в выходные дни. Вот. И, как говорится, сделать выбор. Вам большое спасибо. Всего самого доброго.